Меня зовут Наталья. Наталья Лихно, я являюсь волонтером, работаю волонтером при ГУ учреждении социального помощи населению в городе Бресте. Веду курс «Мода-стиль». И вот хотелось бы сказать, что это авторская программа, которую мы внедрили 8 месяцев тому назад, и она дала свои плоды. Я, конечно, хотела бы поделиться и опытом, уже имеющимся, и знаниями, потому как слушательницы, в основном это женщины, которые посещают этот факультет «Мода-стиль», решили многие проблемы, не связанные конкретно с «Мода-стиль», связанные с проблемой одиночества, с проблемой социальной изоляции, с проблемой отсутствия информации, которую они не получили даже в молодом возрасте. Поэтому считаю, что факультет «Мода-стиль» очень актуален, как факультет, например, компьютер, изучение компьютерной техники, как изучение английского и других языков. «Мода-стиль» всегда актуальна. Пока жива женщина, до последних дней, это самая, одна из главных тем ее жизни.